Свой визит в Турцию Рустам Миниханов начал с возложения цветов к бюсту Андрея Карлова, российского посла, погибшего в 2016 году. Как лучше сберегать жизнь и здоровье людей, обсуждали в новом медицинском комплексе Анкары. Он состоит из 9 больниц, гостиницы и технических сооружений. Это пример частно-государственного партнерства. Если мы найдем общие интересы, ее можно потом транслировать. Президент Татарстана изучил развитие системы пассажирской канатной дороги. Ее длина более 3000 метров. Она позволяет единовременно перевозить почти 5000 человек. Весь комплекс Татарстана-турецкого сотрудничества обсудили уже на встрече с премьер-министром. Как отметил Рустам Миниханов, важно наращивать объемы сотрудничества во всех сферах. Сейчас Турция один из главных зарубежных партнеров Татарстана. Товарооборот составляет около 200 миллионов долларов. Турецкие компании инвестировали в республику свыше 2 миллиардов долларов. В республике работают 10 турецких заводов. В разговоре с министром экономики Турции Рустам Миниханов подчеркнул, реализованные проекты – наша гордость. Сейчас большой интерес представляет турецкий опыт поддержки малого и среднего бизнеса и развития промышленных площадок. В этой сфере подписали соглашение о сотрудничестве. По традиции Рустам Миниханов встретился с местной татарской общиной. Татар Анкары президент поздравил с днем родного языка. Для гостей прочитали стихи и спели песни. Рустам Миниханов поблагодарил собравшихся и сказал, такое отношение к родной культуре и языку – пример для нас. Уже в Стамбуле президент республики посетил местный университет медицинских наук. Обсудили возможность обмена студентами, договорились развивать сотрудничество в области медицинских симуляторов. Здесь, в крупнейшем городе Турции, Рустам Миниханов провел ряд переговоров с бизнесменами, пригласил строительные компании посетить республику. В ходе бизнес-форума «Турция-Татарстан» президент отметил, этот визит прошел конструктивно и доброжелательно. Мы друг друга давно знаем, и это накладывает на нас очень большую ответственность. Нам здесь очень относятся с высоким доверием, и мы высоко ценим это доверие. На переговорах заверили, власти Турции дальше будут нацеливать своих бизнесменов инвестировать в Татарстан, а наша республика будет обеспечивать для них максимально комфортные условия. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Марат Хусаинов, ТНВ, Турция.